Много лет жители домов по улицам Новожилова, 2-я, 3-я строительная и монтажная Никифорова и Сафронова свободно проходили через территорию госпиталя прямо к улице Никифорова. Там располагается автобусная остановка, почта и рынок. Теперь, когда госпиталь ветеранов войн установил забор по периметру, жители района жалуются, путь до остановки увеличился до нескольких километров. Но все законно. Территория принадлежит госпиталю много лет. Возведенный забор – лишь мера безопасности, ведь на территории располагается кислородная станция. Сама кислородная станция – достаточно большой, достаточно опасный объект, который требует своей защиты и определенных требований к ее нахождению. Есть постановление правительства 2017 года по антитеррористической защищенности категорированных объектов. Поэтому мы обязаны для безопасности наших пациентов восстановить забор и восстановить все границы в соответствии с кадастровыми документами. Значит, мы подняли наши документы, посмотрели с Министерством имущества, правильно ли у нас все размечено, и стали восстанавливать свой забор. Значит, с одной стороны, мы восстановили сеткой, в течение недели восстанавливали, но ежедневно местные жители ее срезают. По меньшей мере 3 раза местные жители ломали ограждение. Восстанавливать забор каждый день сотрудники не в силах, поэтому был поднят вопрос о переносе автобусной остановки. Просьба уже направлена в городскую администрацию. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на 8.